Калининграде в результате обрушения Берлинского моста погибли 4 человека. Еще двое получили тяжелые травмы. По последней информации, один из погибших и двое раненых – жители Ивановской области, работавшие на объекте вахтовым методом. Все с опытом в строительстве более 5 лет. В момент обрушения они выполняли работы по демонтажу моста. По имеющейся следствию информации, все 4 рабочих, а также несколько единиц техники непосредственно перед обрушением конструкции находились на поверхности демонтируемой части моста. Установлена конкретная строительная организация, которая проводила работы по разбору моста, это московская компания. Конкретные лица из числа, в том числе этой компании, которая будет подлежать привлечению к уголовной ответственности, сейчас устанавливаются следственным путем. Следственный комитет по Калининградской области уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Решение о возбуждении уголовного дела принято по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекшем гибель двух и более лиц. Одного из пострадавших ивановцев после осмотра отправили домой на амбулаторное лечение. Его травмы не представляют опасности. Второй госпитализирован с травмами средней тяжести. Угрозы для его жизни сейчас нет. Наталья Гутарина, РТВ Иваново.